Окончательно бесповоротно приветствую вас, друзья. Север снова поднялся, я снова в игре. Как я вам обещал, я сниму еще как минимум одно видео, чтобы попробовать то, что мне еще неизвестно, то, что мне еще любопытно. Итак, да, немножко нас откинуло назад. Ничего, мы плыли вот в ту сторону. Мы хотели попробовать побить скалу. Сможем ли мы добыть с нее камень? Возможно, что-нибудь еще. Смотрите, как плот выглядит. Круто, да? Именно не какая-нибудь там крутая суперлодка, яхта или катер. Это просто парочка, два палета, посмотрите, два палета связанные. И к ним привязаны четыре бочки для перевоза химических либо жидких веществ. Все. Просто. Это такой плот делается буквально за 15 минут. К нему просто приключен движок. И все. И это круто, друзья. Это реально круто. И небо. Все красиво. Вот сейчас, как мы в чате, в общем, один из администраторов, один из разработчиков пишет о том, что периодически игра сама собой крашится рандомно. Возможно, не у каждого. Кому как повезет, тот выпадает с сервера просто и так далее. Мне кажется, ли под водой что-то есть? Ну-ка, давайте подплывем поближе, друзья, любопытно. По-моему, ничего там нету. Возможно, это какая-то тень. Это наша тень, друзья. Это наша тень на дне. Одно не так-то уж далеко. Не так уж глубокое. Здесь, в общем, здесь не так уж глубоко. Давайте мы здесь сначала соберем. Тихо-тихо-тихо. А мы сможем побить? Да. Даже не выходя из нашего транспортного средства. Круто это. А что мы получили? Сейчас мы посмотрим, что мы получили. Давайте посмотрим так. Нет, давайте все-таки выйдем. Так, мешает оно. Посмотрите, инвентарь. Так. Батарея автомобильная. Вот сюда положим. Бутылка с водой. Пока что вот так вот. Это, точнее, это уже не кипяченая. Так, чат. Вот чат немного мешает. Окно с чатом. Видите, вот здесь оно загораживает собой. Где-то у меня оно так наложилось, может, у каждого еще по-разному. Опять-таки оно может глючить что угодно. У кого как оно может наложиться? Дерево. Сюда что это такое? Air Chamber. Воздушный пузырь. Ох, жаль, что не показываются рецепты, которые мы можем скрафтить. Не, видимо, мы не можем ни одного скрафтить, возможно. Они бы вверх переместились. Large nail. Это что такое? Алюминиевая плита. Веревка. Стальная плита. Понятно. Нужно еще изучать и изучать, друзья. Итак, давайте же, наконец-то мы... Где-где-где, а вот. Давайте же, наконец-то мы проведем эксперимент. Можем ли мы добыть что-нибудь со скалы? Подплывем. Вот так мы можем и высадиться здесь, кстати. Офигенно. Так мы сделаем.
Ну, пока что ничего не добывается. Возможно, все-таки нет. Но все-таки мы можем на твердой земле постоять хоть где-нибудь. Кстати, место такое классное. Вот если бы я строил себе где-то базу, к примеру, да, какой-то домик или что-нибудь, площадку какую-то свою, я бы строил примерно где-то вот здесь, вот рядышком, чтобы вот здесь, вот в этом месте, к примеру, я мог бы ночевать не где-то на воде, а ночевать вот лежа на берегу вот здесь вот. Чтобы тут обустроил как-то тут бы... Было классно, реально было классно. Так, куда мы поплывем сейчас? Где мы видели, друзья? Мы поплывем просто прямо сейчас, даже чуть левее, вот туда. По пути посмотрим, вдруг что-нибудь найдем интересное. Что это там за мост, посмотрите справа. Видите? А там что-то горит, офигенно. Давайте плывем с этой стороны. Нет, с этой добудем. Ух, арка какая прикольная. Добудем дерево. Прикольная арка там. И там хочется побывать, и там. Вот везде хочется поплавать, а бензин там не бесконечный. Осталось только 14 единиц. А где добывать бензин, я понятия не имею, друзья. По-моему, меня сейчас опять выкинет, друзья. Потому что двигаться я не могу. Да. Так и есть, друзья. Меня опять выкинуло, к сожалению. Но мы ведь понимаем, что такое самая-самая ранняя альфа. В нее заходит не поиграть. В нее заходит... потестировать работоспособность игры, найти как можно больше ошибок, чтобы разработчики могли их исправить. Давайте напишем разработчикам о том, что игра постоянно крашится. Так, по-моему, правильно. Да, все. Я отослал им сообщение. И знаете что, друзья? Наверное, давайте я вернусь уже тогда, когда игра... когда снова можно будет зайти в игру, то есть сервер восстановится. И дальше вам покажу дальше. С вами я не прощаюсь, потому что... В любом случае, все видео я выложу, наверное, за раз, так как их будет всего, буквально, может, еще одно, разве что видео, может, минут 15-20. Не, ну, конечно, если мы встретим что-нибудь интересное, будет много возможностей, будет что показать, конечно, я это покажу, но я пока что на это не надеюсь, так как мы понимаем, что в этой игре еще очень-очень мало чего реализовано. Я даже не знаю, все ли, что есть в списке крафта, можно уже скрафтить реально, все ли можно добыть, что необходимо для этого. Поэтому, в общем, не знаю. Но в любом случае, друзья, не забывайте подписываться на канал. Встретимся с вами в следующем видео.